Правдиво, четко и доступно. Министерство обороны подвело итоги творческого конкурса на лучшие материалы о военном ведомстве, вышедшие в эфир в минувшем году. Одним из лучших признано агентство теленовостей Белтелерадиокомпании. Наши коллеги стали лауреатами в трех номинациях. И, как отметил министр обороны Андрей Равков, телеканал «Беларусь-1» имеет высочайший уровень и свой почерк, хорошо узнаваемый как внутри страны, так и за рубежом. Материалы всегда готовятся с военной точностью и журналистским креативом. У жюри в этот раз выбор был непростой. Всего на конкурс от СМИ со всех уголков страны подали 116 материалов, на 10% больше, чем в минувшем году. И это свидетельствует о безусловном росте авторитета ведомства.